Сегодня состоялась презентация, маленькая презентация такой интересной программы, называется «Писатель, художник резиденции в Узбекистане». Имеется в виду писатель и художник, поэты, драматурги, работники культуры, зарубежные, конечно, в Узбекистан приезжают. Самая главная цель этой программы, чтобы наши узбекские коллеги могли общаться с коллегами из разных стран, работать над проектами, такие как переводы, редактирование работ, организовать разного рода выставки художников и тому подобное. Самое главное этого проекта то, что человек, который приезжает из разных стран мира в Узбекистан, они будут жить с коллегами, то есть в Ташкенте со мной, в Фергане с узбекским писателем, в Самарканде с поэтом узбекским, то есть они будут жить у нас дома. И они будут жить у нас дома, там сейчас две программы мы уже сделали, программа началась в октябре 2018 года, в январе мы делали вторую программу, то есть гости будут жить в узбекских семьях, и они там будут работать над разными проектами. Например, в марте, в конце марта мы хотим пригласить уже 10 человек. Если мы сейчас уже делали два проекта и участвовали в этих проектах всего 8 человек, но в марте это будет больше человек, то есть будет 10 человек. Мы сейчас планируем. Это курсы, например, иностранных языков. В частности, в марте мы начнем курсы английского языка для писателей и поэтов Узбекистана. Или мы будем работать над таким интересным проектом «Маленькая антология поэзии узбекской поэзии на английском языке». Будем работать над таким проектом «Антология узбекских писателей на каком-то другом языке». То есть, кого мы приглашаем, мы тоже сделаем такую программу, чтобы мы могли работать вместе. И жить вместе, работать вместе, и думать вместе, и делать наш мир более яркий, более красивый, более интересный, да, наша жизнь тоже. Вот такая цель. Замечательно, спасибо большое.